среду в Молдове прогнозируют переменную облачность без осадков. В Бричанах и Сороках термометры покажут минус 3 градуса, в Бельцах и Аргееве 2 градуса мороза, в Тирасполе 0, в Леве плюс 1, в Камрате и Кагуле ожидается до 2 градусов. В столице ночью прогнозируют минус 9 градусов, днем 0. В ближайшее время ожидается потепление. Дневной максимум составит 8 градусов, ночью температура воздуха будет варьироваться от минус 8 до 0. И о погоде в Европе. В Мадриде дожди, плюс 7, в Париже переменная облачность, там термометры покажут 11 градусов. Столько же обещают и в Лондоне, но там осадки. В Берлине пасмурно и 3 градуса. В Риме дожди, плюс 12, в Вене 9, в Праге пасмурно и 7 выше 0. Столько же прогнозируют и в Белграде, но там дожди. Осадки ожидаются и в Варшаве, там 3 градуса. В Будапеште пасмурно и плюс 8. В Афинах ясно и 12 выше 0, в Анкаре минус 4, в Бухаресте переменная облачность и плюс 2, в Киеве пасмурно и 7 градусов мороза, в Москве минус 10.